Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь в Краснодаре, парк Галицкого. Тут очень красиво, парк огромный, 22,7 почти, можно сказать. Огромное количество гектаров занимает половина разнообразных деревьев, кустарников. Действительно, есть где погулять. Осень, конечно, тут великолепная. Я даже видела, как свадьбы сюда приезжали. Красивые съемки получаются, различные фонтаны, выступления здесь проходят. А сейчас холодно, людей поменьше, хотя хочу сказать, что... Ух ты! Да, здесь, сейчас я там вот пройду. Не хочется, хотя, может, по траве, конечно, некрасиво, но хочу вам показать. Хотя тут дорожечка протоптана. Они включаются, выключаются, фонтаны. Везде разные фонтаны. Вот прям... Внутри я фотографировалась, я уже здесь была не раз. Действительно великолепно. Парк очень большой, его весь, да, так не обойдешь, конечно. Смотрите, какой вид волшебный. Обычно я летом была, здесь столько народу. Просто очередь, чтобы сфотографироваться. А там с рыбками... Прекрасное такое место, волшебное. Сюда вообще не подойти было. Так что мне повезло, осени. Посмотрим, как там рыбки. Вижу издалека, что они есть. Золотые рыбки. Вот такие вот. Да-да, они присутствуют, друзья. Так что... Кто-то их там прикормил уже, наверное. И туда все бегут. Вот так красота. Вот такой вот парк Галицкого. Человек молодец, конечно. Можно присесть, полюбоваться рыбками, что я и сделаю. На улице очень свежо, но я делала тепло. Хорошо, что я в Кисловодске была, там пришлось кучу одежды покупать в горах. Носков и прочего. И как раз она и пригодилась. Так как путешествие продолжается, смотрите, как здорово. Это такая релакс-медитация, да? Хочешь на рыбок смотришь, хочешь вот туда, на фонтаны,